Коммунальщики завалили грязным снегом детскую площадку. Об этом жители микрорайона Амурский-2 сообщили в соцсетях. Люди недовольны тем, что работники управляющей компании, очищая дворы, сгребают снег к детской площадке. В итоге, чтобы пройти сюда, жителям близлежащих домов приходится либо обходить площадку с другой стороны, либо пробираться через сугробы. Мнения, впрочем, разделились. Автолюбителей, к примеру, больше радует чистота дорог. В компании уверили, снег вывезут уже в понедельник. Убрать его раньше было невозможно, так как технику приходится арендовать у мэрии, а она сейчас нужна на городских магистралях. Конечно, нужно чистить дорогу, я ничего не говорю. Но не таким же способом, когда этот весь грязный снег с песком, со всей этой химией на детскую площадку. С детьми выходишь гулять, они, соответственно, им это все интересно, да, что эти кучи снежные, вроде и надо лазить. Но не пускай же, потому что все это грязь.